Дорогие друзья, срочная новость. Сегодня рано утром стало известно о том, что этой ночью в Киеве произошло нападение на известного российского киноактера Анатолия Пашинина. В последнее время актер проживал на Украине. В России он не появлялся уже давно. На данный момент он находится в больнице с тяжкими телесными повреждениями. Как это происходило, сейчас выясняют наши источники. По имеющейся у нас информации, нам стало известно, друзья, о том, что актер был избит, также у него была похищена большая сумма денег, которая находилась у него в сумочке. Смотрите наши новости, друзья, не переключайтесь, потому что в следующем выпуске на нашем канале мы постараемся рассказать вам более подробнее обо всей этой трагедии. Подписывайтесь на наш канал, друзья, и смотрите наши выпуски. Не забывайте, что только мы сообщаем всю правду и жизнь звезд российского шоу-бизнеса. До скорой встречи, друзья. Спасибо вам за вашу подписку и за то, что вы смотрите наши новости.